У тебя до сих пор не работает восьмерка? Сейчас я покажу, как исправить это недоразумение. Если ты являешься абонентом Триколора или НТВ+, то сделать это очень просто. Заходим в главное меню. В настройках выбираем ручной поиск. Изменяем частоту. С пульта набираем цифры 12, 0, 54. И поляризацию мы устанавливаем правую. Наконец, начинаем долгожданный поиск. Вот теперь мы на восьмом. Ах да, чуть не забыла. Смотри ежедневно, ежечасно, ежеминутно.